Здравствуйте! Вас приветствует снежногорская молодежь. Мы на этом фестивале впервые, так что давайте знакомиться. Толя Променад. Ну, здравствуй, это я. Почему Променад? Да потому что по нему тоже каждую пятницу люди ходят. Владислав. What is love? Директор Снежногорской птицефабрики. Периодически топчет главного бухгалтера. Так как фестиваль музыкальный, с нами приехал Гена Контрабас. Или, как его зовет Лариса Гузеева, Контрабасина. Андрюха Альбатрос. Постоянно таскает с собой какого-то азиата. Андрюха, что у тебя? Спасибо. Пожалуйста. Вова Ла-Ла-Лей. Ла-Ла-Лей. Вова призывник. О себе Вова расскажет сам. Пришла повестка поутру, а вечером пришел мой друг и видит, что сижу я и горюю. И другу друг решил помочь, и провели мы с другом ночь, а утром я не годен, аллилуйя. Эммануил Бант. Здравствуйте. Снежногорский философ. Честно говоря, не хотели брать его в Светлогорск. Судите сами, лишний рот. И главное, врачи ничего с этим поделать не могут. Чужие губы. Паша Невидимка. Глава комитета дорожного строительства Снежногорска. Делает невидимые дороги за реальные деньги. Миша Бильярд. Заслуженный снежногорский режиссер. Снял эротическую версию фильма «Один дома». Ждет решение суда. Ну что, Снежногорск, поборемся за птицу? Как говорит наш мэр, хороший город Снежногорском не назовут. И чтобы поближе познакомиться со Снежногорском, необходимо побывать на праздновании Дня города. На праздник мэр выделил немало бабок. Лучше бы денег, конечно, дал. Теперь приходится их развлекать. На День города у нас часто поет Лобода. Нет, не Светлана, конечно, а Зинаида. У нас вообще в Снежногорске много знаменитых людей живет. И Никита Шатунов, и Кирилл Киркоров, и Вадим Казаченко. И все это благодаря Маргарет Тэтчер, нашей снежногорской паспортистке. На День города у нас часто выступает танцевальный ансамбль «Золотое кольцо в ломбарде» со своим коронным номером.
И по традиции, в конце праздника мэр лично поздравляет горожан. Уважаемые снежногорцы, поздравляю вас! Да не одену я эту майку. С днем города! Желтые тюрбаны, песни и разлуки, света запоздалой. Когда мы уезжали, то пообещали снежногорцам, что привезем кивина. Кто ж знал, что кивинов меньше, чем команд? Поэтому нам придется его украсть. А сделать это сможет только профессионал. Подождите, ребят. Вы, конечно, извините, но я этого делать не буду. Почему? Мне кажется, меня видно. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, и все мои камни. Александр Васильевич, мы заметили, что многие команды шутят про Светлогорск. Что здесь холодно, что здесь делать нечего. Предлагаем в воспитательных целях... Следующий фестиваль провести у нас, в Снежногорске. Посмотрим, кто реально КВН любит. Песню Бон Джови нам подпевай. Если тебе под 55. Снежногорск, наш край любимый, один такой.